В стране Взамах 9 сентября приключилось событие праздничное. И на Большой Озерной улице собралась компания шумная да нарядная. Ничегошеньки не знающие про книжки поучительные. А чтоб книжки читать, да ума разума набираться. Предстояло им с азбукой подружиться. Вот за месяцем месяц ушли распрекрасные. И уже буквы изучены полностью. Пришло время прощаться им с азбукой. Букварю помахать на прощание. Она идет! Это же она, королева! Приветствую ее, королевское величество! Прекрасное величество! Величественное величество! Премудрое величество! Королеву-грамматику! Почему не на уроках школьники с утра? Почему в парадной форме нынче детвора? Сняты с букваря обложки, и закладок нет. Все взволнованы немножко. В чем же тут секрет? День у нас особенный, праздник букваря. Книги самые важные, строго говоря. Как я рада вас видеть, мои верноподданные подданные. Обратите внимание, ваше величество, здесь и гласные буквы. Какая прелесть! Они, как им и положено, голосят. Здесь и согласные буквы. Они, как им и положено, кивают. Замечательно. Скажите, пожалуйста, а кто вот там? А там наши иностранные гости. Они тоже бывают гласные и согласные. И на любой наш вопрос отвечают «Yes». Приветствую вас, уважаемые иностранные гости. Позвольте, ваше величество, провести осмотр гласных букв. Позволяю. Гласные, скорее сюда. Артистичная здесь «А». «Е» естественно мила. Ее сестричка «Ё» тут рядом. «И» «И» подружат всех всегда. «О» особенная очень. «У» услышим поутру. «И» важна, конечно, тоже. Нужна сыру и быку. «Э» элегантная здесь «э». «Аю» юлить довольно часто. «Я» последняя строю, я ярче всех, это ясно. Вижу, что у гласных полный порядок. А можно взглянуть, как обстоят дела у согласных? Разумеется, ваше величество. Согласные, скорее сюда. «В» беспечно бывает. «В» всегда навеселе. «Г» гордится и гадает. Дружелюбно, это «Д». «Г» жизнелюбиво очень. Звон в ушах звенит от «З». «Е» как «И», но покороче. «К» конечно, командир. А «Л» лениться очень любит. Наши «Т» всегда мундир. «Н» невзгоду позаботит. «П» у нас с приоритетом. «Э» нам дарит радости. «С» скромна, к ней за советом. «Т» не терпит сложных тем. «Ф» конечно, фантастично. Как хочет ночи день? С. Срится ценицель. Ч. Черна, как наша тень. Ш. Жужжит и шевелится. Ч. Чхочет и щепит. Твердый знак разделит звуки. Мягкий знак соединит. Вижу, что у согласных полное согласие. Хай! Hello! Glad to see you! Hello, friends! Greeting! Hello! One hundred days of school! 100
уважаемый, мы же собрались сегодня в вашу честь. Случилось страшно. Что? В наше королевство пробрались ошибки. Да, да, да. Я знаю, что случилось страшное. Но, кажется, я также знаю, чем нам помочь. Наверное, нам поможет немножко поэзии. Да, уважаемая, да. Немного поэзии нам точно сейчас не повредит. Как хорошо уметь читать. Не надо к маме приставать. Не надо бабушку трясти. Прочти, пожалуйста, прочти. Не надо умолять сестрицу, ну прочитай еще страницу. Не надо ждать, не надо звать, а можно взять и почитать. Школа – это светлый дом. Мы учиться будем в нем. Там научимся писать, складывать и умножать. В школе многое узнаем. В своем любимом крае, о горах и океанах, о материках и странах. И куда впадают реки, и какими были греки, и какие есть моря, и как вертится земля. В школе мастерские есть, интересных дел не счесть, и звонок веселый, вот что значит школа! Что такое? Что случилось? Печка азбука свалилась! Больно вывихнула ножку. Прописная буква Н. Г ударилась немножко. Ж рассыпалась совсем. Потеряла букву Ю, перекладину свою. Очутившись на полу, поломала хвостику. Буква Н совсем сомкнулась. Превратилась в букву О. Буква А, когда очнулась, не узнала никого. Всем сидеть! У нас заложники! А у нас заложники! А у нас заложники! А у нас заложники! Я простой карандаш, но хоть и простой, избавлю вас от всех ошибок и помарок. Ура, ура, вы спасены! Благодарю тебя, мой верный рыцарь! А в подарок и в благодарность тебе, и тебе, дорогой букварь, наша песня! Вот и праздник букваря, постарались мы не зря. Мы смогли пройти этап этот серьезный. Школа смог направить нас, пусть пока мы первый класс. Станет все в этих стенах для нас возможным. Школа смог направить нас, пусть пока мы первый класс. Станет все в этих стенах для нас возможным.
Жду к себе вас, друзья мои славные, чтобы знали вы корни родные, ваш русский язык. Вот и праздник букваря!